Мы все празднуем Пасху. Украина, страны ближнего зарубежья. Скажите, Пасха, кроме того, что пойти в церковь, посвятить пасочки, яйца, что вообще это? Мы что-то не упустили в том, что просто формально мы какие-то придерживаемся каких-то традиций, испечь там куличи, посвятить какие-то, какую-то еду? Прежде всего, конечно, хочу сказать всем, кто смотрит, что вас праздником Христос воскрес. Пусть вас Бог благословит. В жизни очень нетрудно терять смысл оригинала. Так и вопрос Пасхи. Пасха вначале это была божественная или Божья пощада, защита. Когда Иисус Христос пришел, Он пришел как Агнец Божий, который умер за наши грехи, подобно тому, как Агнец умирал в Ветхом Завете. И пролитие крови Агнца было метод Божий покрытия грехов людей. Когда Иисус пришел, Он пролил свою кровь, умер за наши грехи для прощения наших грехов. А воскресение Его – это была как будто Божья подпись. Пасха имеет смысл, когда мы верим в смерть Иисуса, в воскресение. И в нашей жизни мы живем согласно этого. Всего остального можно, конечно, добавить ради веселья, но главный смысл в Иисусе Христе в том, что Он умер и воскрес.